Хайо, гайз, с вами Шинки, мы продолжаем родить игру под названием Марио... Минория, Минория. Блин, мне хочется всегда сказать Помодоро, блин, но это Минория. Блин, а интересно, а заряженный заряд очень сильный? Резли. Так, срезли. Этот меч дерьмовый. Сори, но это так. Окей, Гоя, спробую тогда этот активный. Я понимаю, что. Да, там урона очень мало. Что сказать? На самом деле меч херовый. Нет, то, что, да, можно с помощью него это... подлететь, это факт. Может быть... А хотя... Я не так высоко подлетаю с помощью него. Поэтому фиг его знает. Так, предметы. Лучше вот этот, потому что он... У него первая дальность больше. И он помощнее будет. Типа за 4 тычки можно убить. Я сейчас вернусь. Сохранюсь. Что мы сейчас сделаем? Я убью этого. Поменяю меч. Для того, чтобы сюда пролететь немного. Ну, вы видите, да? То есть мне нужно 3 полноценные атаки сделать, чтобы убить. Это... Ну, я вам скажу, немного. Немного, немало. Поэтому нафиг надо. Так, что здесь у нас было? Спуск вниз. Раз. Тут что было? Поговори с Челиком. Вот мы и встретились снова. Верно? Здравствуйте. А, здравствуй, Пин. Привет, Пен. Пу? Здравствуй, Пин. Рад вас снова видеть, сестра. Боюсь, у меня дурные новости. Тайный ход, о котором я говорил, совсем недалеко. Прямо перед нами, если точнее. Но с ним что-то не так. Путь к нему укрыт густой туман. Туман? Мы проверим. Хорошо. О, а я тут нашел кое-что, возьмите. Нету без надобности, а вот вам. Опа, благодарю за заботу. Увидимся позже. Будьте осторожны, Пик. Пин. Пик она сказала или Пин? Пин, походу. Теперь у меня 7 хилов. Да. Френ, что ты хочешь, Френ? Нужно придумать, как пройти сквозь туман, о котором говорит Пин. Для начала нужно осмотреться окрестности, если вы не против. Ох, прошу прощения, сестра. Я сама не заметила, как уснула. Рога. Договор мертва, ясно. В таком случае вам придется найти иной способ попасть во дворец. Возможно, нам придется... Так, проведет человека, о котором вы говорите.
Мы не позволили ведьме завершить церемонию. Их можно сжечь без сожаления. Я буду ждать вашего возвращения здесь. Удачи. Что есть? Крепкий фамиан позволяет персонажу беспрепятственно двигаться. В каком смысле? Раз в 10 секунд восстанавливает... О, так слушайте, я мог просто... А, раз в 10. 2%. Что у меня еще есть? Поговорить? Кажется, вы изменились. Ничего, ничего, забудьте. Че, типа, уже больше это не могу купить? А, я понял. А, я еще я изменился, потому что я, типа, убил ту. Камон, а что мне нужно было делать? А я так дал сколько? Минуты 3, если не больше. Какой залетел я куда-то? Ах, ё-моё, он еще без этого замаха бьет. Да что новенькое? Вот, видите, типа, я не могу сейчас туда достать. А хотя я могу просто ударить. Но я могу сделать предметы. И заниматься вот такой вот фигнёй. Новую атаку. Окей. Когда хотел сделать незаряженную атаку, зарядил атаку. Найс. Есть. Так, там ничего нету. Дух? А, были такие, я помню. Были такие. Припоминаю. О, блядь. Я еще этих монстров помню. Чеху. Чеху, нихуёнь. Может быть, я же еще пойду обходом, а туман. Туман. Напущенный ведьми садов рассеян. Окей. Ой, чувствую, здесь отсюда нужно уходить. Ой, сюда сбегаю еще. Заперто. Тихо, сказать, что я развеял. Я пришел искать работу во дворце, но, кажется, выбрал для этого не лучшее время. Тут повсюду ведьмы.
И сколько тут это длится? Пару недель? Вздох. Что же мне делать теперь? Вы ранены. А в таком состоянии нельзя сражаться. Вам нужно найти укрытие. Ха-ха. О, руки не волнуйтесь, я могу за себя постоять. К тому же, я хочу помочь. У вас вокруг слишком много трусов, которые бегут от войны. Ну, так как у вас дела. Наша задача нелегка, но мы должны ее выполнить. Эту миссию возложили на нас святые. Тяжелая работенка, да? Но, похоже, деньжат у вас с собой немало. Видимо, борьба с ведьмами простит неплохой доход. Не принимайте близко к сердцу, но я не одобряю методы церкви. По пути сюда мне попалось несколько пылающих деревьев. Ну, наверное, защита нам и вправду не помешает. А вы тихоня, сестра Семила? Нам приказано не разговаривать без особого необходимости. Ясно, понятно. Что ж, довольно болтовни. Бывайте. Окей. Окей, сохраняемся. И, в принципе, идем только... А, еще у меня здесь есть проход. Какой-то ключ, которого у меня нету. Ключ, которого у меня нету. Ай-яй. Так, у меня три варианта. Раз. Двадцать. Серебряная монета. Так, ну мне еще как вариант это пойти поверху. Там, где этот мужичок был. А, это же бомб. Точно. Архиве номер 27. Записи архива. Ведьмы. Название ведьмы и все связано с этим словом стигматизация придумала священная канцелярия, чтобы демонстрировать тех, кто представляет ей еретиками. Колоссов объявили греховным несколько веков назад, когда та, кого называли верховной ведьмой, начал проводить первые церемонии. В то время никто не знал ее целей, а потом ее сочли угрозой для власти церкви. Да, если так, лучше яйца ломать сразу. Так, у меня опять вариантов до хера, куда идти. Поверху пойдешь.
проклят будешь. По низу пойдешь, проклят будешь. Ну по низу. Ой, привет. Ну по низу там что-то да и есть, потому что до хера яиц. Там очень много яиц, поэтому там что-то да и есть. Как я и говорил, что туда и есть. Зловещий фамиан. Зловещий фамиан. Полностью восстанавливает здоровье, но проклинает персонажа. О-о-о. А вот это, с одной стороны, как... Ну, блин, ну это, знаете, на самый крайний случай, когда у тебя уже вообще нету хила. Только так. Потому что просто так самого себя проклинать. Ну, такое. Бред. Сложно. А, то есть, подождите, он не проклинает меня, когда я этот? А, нет, проклятие есть. Я уже удивился, что я без проклятия. Молодец. Кай. Нормально. Поехали. Нормально. Бус из слон. Скорее всего, бусы из слоновой кости. Да, обычно из слоновой кости. Маленькая сфера, похожа на те, что изображены на портрете королевы Рамезии. Теплая. Осторожно. Идешь, будь осторожен. Хер его знает, что там. А, сокращение пути, отлично. Так, итого у меня получается два варианта, даже больше, куда идти. Понятно, что здесь будет, скорее всего, босс. А если по низу? Nice.
Опять синий ключ. Что за синий ключ? Нет, есть атака, есть у него атака это. Я думал, мне показалось. Нет, есть. Хотя ему, блин, туда поверху пойти. Я лезу хер знает куда. Здесь столько проходов. Оливия, связана с защитной Ремези. Ладно, что тут-то? Хочешь на безопасное расстояние от меня уйти? Хер там. Блин, я не знаю, есть тут много секреток или нет. Мне кажется, они более такие стены эти отмечены там под углами. Они не будут так просто стоять здесь. Чтоб я их открыл. Или в кустах где-то засейвлены. Такие незаметные. Так, не, я пойду лучше это. Сокращение пути сделаю. Точно, забыл, сори. Извините, забыл. Сейчас, не дай бог, босс, и я останусь здесь. А ведь это жопа будет, на самом деле. Королевский ключ, опа! Предметы. О, королевский ключ. Да, все, отлично. Все отлично. Все отлично, все окей. Теперь я могу сокращение пути себе открыть и пойти как раз наверх. И посмотреть, что уже там. Скорее всего, там арена будет. Либо арена с врагами, либо просто с боссом. Ну, с боссом, мне кажется, не должно еще быть. Давайте попробуем. Логово ведьмы защищено кристаллом. Даже так. Значит, арена будет потом открыта. Тогда лучший вариант, как мне туда попасть, это сейчас здесь через низ. По-любому. Просто вниз падаешь, да и все. Это урон получил. Зай-бомба. Так, чернильца. Я, наверное, пройду сначала в правую сторону до конца. Потом пойду по низу. А экран, главное, трясет после этого. После взрыва. Вот, вот допустим, вот как... Я туда ж не попаду, да, с помощью этого меча? А если через... На статус запрыгнуть можно? Нельзя. Ладно.
А ёлки-палки. Ладно, отхились. Ну, допустим, я не могу, да, сюда вот попасть. Юзаем, короче, меч. И все равно мы не можем сюда залезть. Серьезно. Найс. Так, я могу вниз еще спуститься. Я еще не лазил сюда. Не знаю, для чего это. А, понял. Ясно. Понятно. Круто. Мужественно. Охренительно. Так это жестко, слышите? Если так, это реально жестко. А чё такие сильные? Фамиан, предметы. Стоп. Фамиан. Острый фамиан. Эффект. При низком запасе здоровья повышается атака на... Нихуя. Идеально. Идеально. Я не жалею, что я сюда пришел. Так, у меня есть теперь два варианта, куда идти. Пойди, здесь открываю дверь. Я здесь, да? А, здесь обычный проход даже. Даже обычный проход. Здесь даже обычный проход, но какой-то он большой. Ну а чтоб тут ничего многого не было врагов. Так, сто пудов здесь будет урна. Я иду за урной. А, тут не урна, это беседа. Туман. Напущенная видимость садов рассеется. Все, по идее, там я открыл себе проход к ведьме. Я мог пойти ее грохнуть. Значит, мы сейчас возвращаемся в самое начало. Ну, имеется в виду начало, где я сохранялка. Я сейчас поднимусь. Засейвлюсь.
только что здесь. Атаки, блин, нужно левел ап. Да ладно. Я думаю, это жестко будет. Не, давай так. Хотя... Не, стой. Где мои предметы? Так, предметы. Фамианы. Да и чё ты перекатываешься? Да блин, а не перекатывайся! Алло! Она перекатывалась! Я пытался ударить, там... ладно. Монать, ну там что-то жесткое очень. А, меня уже коцнули. Найс. Фамианы.
что за дебили? Точно, проклятие, оно что это наносит мне больше урона. Мать. Окей. Давайте тогда первой волной вообще попытаюсь своими силами. Я хочу зачистить это. Я не знаю, что там, но там что-то жесткое. А, подожди, это же другая локация, да, считается? Что-то может быть такое, что аж такая жопа. Давайте я это пройду тогда и тогда продолжим. Короче, ребят, я на самом деле не могу пройти, я уже, блядь, мучаюсь хоть знаю сколько времени. Я уже страту придумал, чтобы вообще первую ту ячейку без потери хп, но мне нужно будет меч тогда использовать. Короче, жопа, давайте я тогда, думаю, на этом закончим. Ладно, давайте еще раз сделаю это. Просто покажу, сразу его ставим. Начальный меч это этот. Я просто не могу тех рыцарей одолеть. Тех двух, все. Так, заряжаемся. Все, сразу ставим меч следующий. Дальше. Бац, бац, бац. Так, здесь у нас получается два рыцаря. Сразу ставим. Бац, юзаем. Вот, меня просто задевает дыхание атаками, меня это бесит. Вот почему она перекатывается? Я же не нажимаю. Перекат. Я не нажимал перекат. Я нажал атаку. Она перекатывается. Она перекатывается, когда я нажимаю атаку. Что за бред? Ладно, давайте, короче, я думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.